взмах жезла, и водитель автомобиля прижимается к обочине. Сегодня инспекторы ДПС тормозят только девушек. Но повод для остановки вовсе не проверка документов, а Международный женский день. Добрый день, УГИБД городского поликлиники, УГИБД России по городскому поликлинику. Поздравляет вас с Международным женским днем. Вот. Так что желает вам крепкого здоровья, соблюдения правил дорожного движения. И берегите себя и своих близких. Спасибо большое. С наступающим вас праздником. Спасибо. Девушки были в недоумении и реагировали по-разному. Кто-то сразу расплывался в улыбке, а у кого-то первые эмоции были совершенно другие. Напугалась. А почему? Ну, не знаю. Неожиданно как-то. Чтобы порадовать автоледи, сотрудники ДПС подготовили 100 красных тюльпанов. Вместе с букетом цветов дамам вручали поздравительные открытки и светоотражающие браслеты. Очень приятно, что такие интересные акции ГАИ придумывают. Не только спрашивают о документах, еще и пожелания какие-то на 8 марта говорят и цветочки дарят. Каждой женщине это приятно. Виновницы торжества свою вину не отрицали и с радостью принимали поздравления. Можно сказать точно, водители, попавшие в праздничный рейд, запомнят этот день надолго. Никогда еще проверка документов не была такой приятной. В преддверии 8 марта даже машина ДПС наполняется цветами. И это неудивительно, ведь в Международный женский день любая девушка хочет чувствовать себя особенной и получать подарки. Не обошли вниманием и пешеходов. Служебная собака по кличке Рысь, как истинный джентльмен, несет в зубах букет тюльпанов. Кинолог рассказал, что к этой акции собаку готовили несколько дней, тренировали носить цветы дамам.